Добрый день, дорогие друзья, с вами Ромито ТВ, и сегодня у нас PUBG Lite схватка в школе. Давайте возьмем берильчик. Прицел X2, увеличенный магазин, компенсатор, вертикальное цевьё. Ну и не забываем про наши потрошки, поехали. Взяли потрошки, 200 штук за глаза, хватит, не расстреляем столько, здесь долбежка на каждом шагу. Ставьте лайки, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, для вас стараюсь, все для вас. Также по поводу размещения вашей рекламы у меня на канале, пишите мне на почту romito.tv@mail.ru. Всем приятного вам просмотра, поставьте лайки перед началом просмотра, и также напомню, что розыгрыш всех этих гаджетов каждые 5000 подписчиков на канале. Осталось у нас до начала матча в принципе не так много, где-то в районе 14 секунд, ну и поехали, посмотрим. Вроде у нас ботов нету, эти двое вроде у нас скилловые, эти вроде тоже, ну давайте посмотрим, поехали. Давайте посмотрим. Третий шлемачок не помог ему, да? Хотел выпрыгнуть. Берили. Ух! Ничего себе, в голову холо. Ну что-то холо, давай. Да ёлы, пришел к этой холе, смотри, чё, а? Ой, то один, то другой. Смотри, со всех сторон, а, скоты. Давай. Ух. Ух. Смотри-ка, чё. Прям под пули. Подлез под пули. Научись зажимать. Ой-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Смотри, что в голову ему стреляло. Скоты, а. В прыжке, бедолага. Ай, там с двух сторон, сзади еще, по-моему, кто-то стрельнул меня. Да-да-да, сзади. Не фартануло. Ну, пак. А ну-ка, давай-ка. Из башки. Вот так вот. Просто берил. Ай-яй-яй, смотри, что здесь он был. На лесенке Скотт дежурил. Давай. Ой-ой-ой. Ну, с мутанта, как он стреляет так? Что-то тоже вот эти подозрительные такие игроки, отвечаю, с мутанта стреляют. Дальнего сначала вынес, дальнего.
Куда ты, дружок? Давай, давай, Ромито, давай, давай. Еще один. Здравствуйте, топчик, топчик, просто топчик, живодер. Берильчик нахлобучил их просто по красоте. Поставьте лайки, дорогие друзья, для вас стараюсь, для вас. С вами был Ромито ТВ.